спуск Котовского – одна из важнейших магистралей Севастополя, связывающая корабельную сторону города с проспектом генерала Острякова. И закрытие этой дороги на длительный ремонт перед началом курортного сезона и открытием Крымского моста было бы неблагоразумным. Сегодня движение открыли, но ограничили скоростной режим. Ограничение скорости до 30 км в час ввели на самом узком участке дороги спуска Котовского, где 9 мая, по словам чиновников, ливень повредил около 7 тысяч квадратных метров брусчатки. Поврежденную плитку сняли, вместо нее положили асфальт. Ранее директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Игорь Титов заявлял, что спуск Котовского будут восстанавливать 2 месяца, а потом вовсе сказал о длительном капитальном ремонте. Однако город встал в пробках и с капремонтом решили повременить. Капитальный ремонт – это слишком длительный процедур, это год. С учетом проектирования, экспертизы, конкурсных процедур одних, потом других. Когда ремонт может начаться? Капитальный ремонт в следующем году. Жители домов, расположенных на спуске Котовского, говорят, чиновники приняли правильное решение, потому что транспортные артерии города перегружены из-за ремонта сразу нескольких важных дорог. Стрелка сейчас ремонтируется до конца мая, и получается, что у нас ушаки постоянно стоят в пробках. Единственный вариант это было делать ремонт по одной полосе, но тогда бы тоже это, возможно, могло по времени затянуться и не решило бы особо бы проблему с пробками. Мне кажется, что открыть это было наиболее грамотное решение в связи с обстановкой на дорогах. Напомню, в ночь на 9 мая на спуске Котовского ливень смыл часть плитки и сделал дорогу непригодной для использования. Однако не только обильные осадки были помехой движению. Дорога разрушалась давно из-за некачественного ремонта, сделанного еще в 2009 году при Украине. Тогда городом руководил Сергей Куницын. У горожан вызвало сомнение качество плитки, которые заменяли старую брусчатку, и технология укладки. Маргарита Пронина, Михаил Журавский, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.